99 этажей до ада выглядела довольно перспективной игрой, когда я ее ставил. Но я ошибся. Так, игрушка в жанре индюшного рогалика, а это должно было означать, что у нас тут будет куча уровней, монстров и огромная туча различных предметов, меняющих вашего персонажа на протяжении всех 99 уровней, но все нет. У нас есть неплохая рисованная графика, неплохое музыкальное сопровождение, целых 99 генерируемых уровней, 4 персонажа на выбор, и это, наверное, все положительные стороны. Начнем минусовать. Хотя в игре целых 99 уровней, генерируются они минимальным образом. Вы будете постоянно падать на уровни, в которых вы были ранее, даже учитывая то, что каждый 10 уровень, стилистика будет у него меняться. То мы бегаем по замку, то космическому кораблю, конечно же, паду, и фиг его знает где еще. Монстры на уровне делятся на два типа. Это те, которые ползают, и те, которые летают. Они также меняются в зависимости от стиля уровня, но как бы там ни было, всегда один будет ползать и застревать между стен, второй будет летать и бросать вас огнем или еще фиг его знает чем. Персонажи, открываемые по ходу игры, отличаются внешне, запасом из жизни и бомб, а также видом оружия, хотя можно выбрать любого персонажа и просто поднять новое оружие на уровне. Предметов катастрофически мало, раз, наверное, в 10 меньше, чем, скажем, в том же Исааке или Хиросайджи. Боссы скучные, одинаковые, скажем, просто большая, чаще круглая штука, которая будет ездить или летать по экрану и пытаться вас убить. В итоге мы имеем 2D-шный рогалик, который вы пройдете за 1-2 вечера, а наличие ачивок в Steam было запорто лишь одной. Чтобы получить ачивку, необходимо наиграть 100 часов вот в это. С вами был Краулер, до новых встреч!